Сегодня праздник весны и труда отмечают в 140 странах мира, почти в полусотни. Это день выходной. В России первыми начали праздновать во Владивостоке. Жители Приморья прошли по мосту через бухту Золотой Рог. Сегодня он заработал для пешеходов. Открыла первомайские торжества колонна будущего. В ее рядах прошагали многодетные семьи. В Москве праздничные мероприятия запланированы у многих политических партий. Самым массовым стало шествие профсоюзов на Красной площади. Около 130 тысяч человек пришли в центр российской столицы с цветами, шарами и транспарантами. Трибуны на Красной площади отдали ветеранам труда.